Короче, спал я однажды с девушкой, с одной там познакомился. Ой, блин, ну шо, она уснула, ну, немножко под шофе была. Ну, мы пили там алкогольные напитки. И потом она уснула, и я не успел ее трахнуть, она заснула. Так я ее разбудил в 2 часа ночи, говорю: «Зая, иди подмойся, я кончу». «Нахуй ты по рассказу, скажи? Иди отсюда, позорище».